не догнал. Так, ну ладно, давайте споем такую песню, которая называется «Жар птица». Это наших с вами народных сказок. «Жар птица», по-моему, является, ей сродни, как это, птица Феникс, да? Это же две разные птицы. Разные, да? Но сжигают их... Одна сжигается, обеих. Другая восстает. А, одна сжигается, другая восстает. Одна горит, не как не сгорит, а другая горит и восстает. А, одна оказывается. Наша не горит. Не сгорает. У нас несгораемая жар птица. Вот про эту несгораемую жар птицу сочинилась такая песенка. Спорснер песни фирма Knauf. Про русскую жар птицу. Ну так сейчас принято. Thank you.
Чин-чин-бар и дос-вектос представляем песню «Уэрто Бенсино», что знает родная страна. Пшичная, пшичная, брюшная, брашная. Forever, every day. Команд Сезамон Шпигель, I love you, как говорил мой друг Степа, когда мы уходили с ним на Арбат, он говорил, ничего, Колян, он по-другому выражался, посерьезнее, ничего, Колян, every day Сезамон Шпигель, I love you and from behind. Я понимал, что все будет нормально. А, давайте мы споем вам песню, которая называется «Дружба и музыка». А, размышления у парадного подъезда. Текст, который называется «Шут на горе», а я написал музыку, которая называется «Здравствуйте, ваша тетя».
И в это время слияние Шутана Гареса «Здравствуйте, ваши тети» произошло буквально мгновенно. Они проросли друг друга. И что самое удивительное, никто этого не заметил, кроме маленькой птички, которая звала себя Скиндалькпок, которая перхала между этими двумя стрингами и никак не могла добраться до дома. И вот она дома и поет песню «Шут на горе». Здравствуйте, ваша тетя Николина. Черный фраг на крахмалиный.